Всем привет! С вами Владимир. Я продолжаю совершенствовать свой веб-проект по расчету успешного боя в доминионах. И сегодняшнее видео я хочу посвятить обновлениям, которые произошли на портале. Зайдем на портал, веб-проект. И, наверное, начну. У меня сегодня о двух обновлениях речь пойдет. Начну, наверное, с основного. Это подсчет бонуса. Заходим в этот раздел. Вот, значит, мы видим здесь справа появилась новая область, в которой будет производиться расчет полученного ранее бонуса и сливаемых ресурсов на разных доминионах. Ну, как мы знаем, после обновления у нас появляются какие-то промежуточные бонусы. Также эти промежуточные бонусы удобно сюда вводить и видеть, какой у нас получается баланс. Ну, вот, допустим, сейчас продемонстрирую, как это происходит. Допустим, мы получили вот уже 500 демонов в качестве бонуса. Рассчитали в ресурсах, вот они у нас тут появились, и нажимаем кнопочку бонус. Все, на портале сохранилось это как бонус. И теперь, если мы перемещаемся по разным разделам сайта, мы этот бонус видим. Вот, смотрите, будем атаковать какой-то доминион, этот бонус с нами в расчете, защищаться то же самое. Вот, и из этого бонуса будут вестись все расчеты. Вот, и по теории, когда у вас разница полученных в качестве бонусов ресурсов и затраченных слитых на доминион ресурсов приближается к нулю с неким процентом, там кто во что гораст, 10% некоторые ставят, то у вас следующий бонус будет намного больше, чем предыдущий, если вы идете на повышение доминионов. Вот, удобнее показать вот в этом разделе, где не надо считать разведку боем. Вот наш бонус, допустим, на 10-й доминион. Показал нам расчет примерный, да, сколько необходимо юнитов. Вот, допустим, варвар, да, 2000. Вот. Потратили варваров. По нашему калькулятору мы уже даже здесь перелили 890 ресурсов. То есть мы получаем приз по-любому. Если мы тут добавляем некий процент, да, ну, уже чуть-чуть там меньше перелив. Вот. Допустим, мы произвели там атаку или защиту. У нас уже есть точные данные, сколько мы кого там слили, залили. Там, тех же варваров, ну, допустим, 1500 мы все-таки слили. Вот. И, нажав на кнопочку слив, эти данные появляются в этом столбике. И из бонуса вычитаются эти наши слитые ресурсы. Вот, добавляю какой-то процент. Вы видите разницу с этим процентом. Ну, вот, функционал вот такой. Можете, если случайно еще раз нажали там куда-то не туда, записалось какое-то другое число, можете спокойно его убрать. Это число будет удалено. Ошибочное. Дополнительно я решил сделать сохранение
этих параметров в файле, нажав на кнопочку Save, у вас происходит сохранение вашего расчета в текстовый файл. Ничего в нем там особо нет, кроме того, что тут мы видим, да, залитые ресурсы и слитые. Вот, в дальнейшем, удаляя эти данные или закрывая сессию, закрывая браузер, выключая компьютер, вы можете их восстановить путем загрузки на load, выбрав этот файл опять. Нет, пожалуйста. Вот вам такой функционал. Я уже получаю отзывы положительные по этому функционалу. Ну, если есть какие-то там дополнительные пожелания к этому функционалу, давайте присылайте письма. С этим пожеланием будем дальше усовершенствовать. Так, это что касается основной темы. Теперь в качестве дополнения я еще сделал раздел скрины. Попадая на этот раздел, заходя, мы попадаем в карточку последнего добавленного скрина. Вот вчера добавлял скрины. Вот этот скрин был добавлен последним. То есть, попадая в этот раздел, вы видите всегда самый актуальный скрин, который был добавлен на сайт. Вот, что мы можем с этим скрином сделать? Мы можем его откомментировать, поставить рейтинг, ну, капча, да, это вот защита от ботов. Введя эту капчу, можно отправить свой отзыв по данному скрину. Ну, как нетрудно догадаться, что вот этот смайлик означает, да, этот скрин, который уже получен после обновы. Вот. Вы можете их сравнивать, значит, выбирая там уровень соты. Вы можете сделать сортировку, показывает только атакующий доминион или только защищающий. Нажмем атакующий. Вот вам, пожалуйста, показаны доминионы, только атакующие. Можете посмотреть, какие призы сейчас дают на сотом уровне. Откомментировать. Да. Вот. Ну, поняв, что это не полный приз, да, сделать какой-то вывод свой, что нужно идти там на следующий, получать остальное. Вот, или посмотреть, сколько мы залили, слили. Ну, также можно по рейтингу, по комментариям все это сортировать. Я думаю, с этим функционалом у вас вопросов не будет. Давайте обсуждать новые фишки в нашем сообществе. Будут какие-то идеи, пожалуйста, сообщайте. Если понравилось, подписывайтесь на канал в YouTube, ставьте лайки. Ну и будем развивать дальше. Портал посмотрим. Может, еще что придумаем. Так, все, спасибо за внимание. До свидания.